За последний год стоимость тонкоина выросла на впечатляющие 430%. Это значит, что вы можете значительно увеличить свои инвестиции, выбрав тонкоины. В Казахстане депозиты в банках приносят максимум 20-25% годовых, а с тонкоин вы можете заработать гораздо больше. Вам необходимо сначала установить месячный лимит в вашем банке для интернет-покупок. Для этого заходим в Каспи, выбираем «Мой банк», «Каспи Голд», «Оплата в интернете» и нажимаем «Изменить лимит». Для этого я выбираю месячный лимит 25 тысяч тенге. Даже если банк поинтересуется, на что вы тратите деньги, вы можете уверенно ответить, что за последний год стоимость тонкоина выросла на 430%, и вы инвестируете свои средства с умом. Далее заходим в Telegram, нажимаем «Поиск» и пишем латинскими буквами «Wallet» – «Кошелек». И выбираем кошелек с синей галочкой. Нажимаем «Старт», открываем кошелек и выбираем другие активы, тонкоин. Нажимаем «Пополнить», выбираем «Банковская карта» и вводим количество тонкоина. Минимальное количество 3, мы покупаем 4. Нажимаем «Оплатить картой», вводим данные своей банковской карты, 16 цифр спереди карты, срок действия, CVV-код с обратной стороны вашей карточки и имя держателя латинскими буквами. Нажимаем «Оплатить» и ждем загрузку. И видим, что успешно приобрели тонкоин. Инвестируя в наш проект, у вас есть шанс увеличить свои доходы в 100 раз. На других платформах также обеспечивается конфиденциальность ваших покупок. Так, пополнив свой кошелек для участия в проекте Мухтара Блязова, нажимаем «Отправить», «Внешний кошелек» и далее заходим на сайт ДВК и копируем тонкоин адрес UKA9PZ, скопировав. Затем возвращаемся в Telegram и на пустое поле вставим адрес. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Всю сумму в тонкоин». И снова «Далее». Проверяем адрес. И подтверждаем отправку. Тонкоины уже в пути. Алға, Қазақстан!